Всем привет! С вами Time Games и последний матч 13-го тура. Локомотив Ростов закрывает 13-й тур эти две команды. Команды появляются на поле. Локомотив в своих традиционных красных футболках, зеленых трусах. Но Ростов сыграет в синей форме. Сегодня это единственный матч и последний и из всех матчей, которые были представлены в этом туре, это самый поздний матч. Полдесятого это у меня, а в 7:30 матч никакой еще не начинался. Все, поехали! 13-й тур, последний матч 13-го тура, Локомотив, Ростов. Поехали! Ростов первым разыграл мяч. Нобор, Гацкан, пас направо. Азмун, навес точно в руки Гильерме. Гильерме выбрасывает на Самедова, Самедов набирает скорость. По крайней мере пытается набрать его в этой фифе. Ньяс! Попал в ногу Терентьеву. Новосельцев. Назад на Терентьева. Гацкан. Новосельцев. Пас назад на Башуша. Перевод на другой фланг. Ошибается Маргасов. Тарасов с мячом. Касаев. Миранчук. Ньяс. Самедов. Нгинга! Гол! Нгинга! 8-я минута! Невероятное начало для Локомотива! Самый быстрый гол, который можно только желать. Ну, можно забить еще и на первой минуте, конечно. Но до 10 минут это вообще красавица. Красавец гол. Восемь минут сыграли, и Локомотив уже ведет в счете. Вот так вот. Полос. Терентьев. А ведь Локомотив преследует ЦСКА. Ново. Маргасов. Так, Маргасов. Гацкан. Навес. Ох, Азмун бил. А если бы попал? Повторяют нам гол Динга. Гильерме. Шишкин. Ньяс. Могилевец. Пас направо отдает. Маргасов. Навас. Гацкан. Ошибается в передаче. Ростовчане. Касаев пошел вперед. Отдал красивую передачу на Миранчука. Ньяс. Что такое? Опять офсайд. Как они надоели.
Я совсем немного забежал в положение вне игры, а мог забивать второй мяч. Баштуш. Нобо. Могилевец. Терентьев. Так, пошла атака Ростова. Гацкан. Навес. Ну куда это навес? Нет никого. Касаев. Неточная передача. Баштуш. Тут как тут. Поперечная передача на Гацкана. Могилевец мячом. Назад, назад передача. Как же играть, ребятки? Как же вы так играете? Отдавай передачу назад. А может и будет атака нормальная. Полос, мяч в полоса попадает. И, по-моему, от кого-то из игроков Локомотива улетает на угловой. Нет? Видимо, я ошибся. Так, Гильерми, ошибка. Азмун. 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 Сравнивает счет на 25-й минуте встречи. После ошибки, грубейшей ошибки вратаря Локомотива Гильерми. Просто отдал мяч Марината сопернику. И Азмун не растерялся. Вколотил. Так вколотил. 1-1. Ничья в матче Локомотив Ростов. Динга. Пас направо. Самедов. Пас в центр. Ах, не удалась передача на Ньяса. Могилевец. Преследует его. Железнодорожники. Баштуш. Гацкан. Получше стало с передачами у Ростова. Почувствовали они кровь в жилах. Денисов. Отдает налево. Касаев. Миранчук. Тарасов. Ньяс! Самедов! Куда ж ты ударил, Самедов, Александр? Так, играю рукой со стороны Ростов Чанина. Итак, Пичинович. Пичинович. Пас на левый фланг. Динга на Тарасова. Тарасов бьет. Джанаев спасает. И Гацкан успевает вынести этот мяч из штрафной. Итак, подача. Нарушение со стороны Локомотива. И мяч достанется Ростову. Так, пас на Баштуша. Маргасов. Обратная передача. Маргасов. Гацкан. Нобуа. Могилевец. Терентьев. Нобуа. Полос. Гильерми. Тащит мертвый мяч. Тем временем угловой.
Подача. Так, отбили железнодорожники и пошли в контратаку. Ньяс. Это что? Это красная должна быть. Да, красная карточка Баштушу. Фо последней надежды. И какая Ростова. Ньяс уходил от Баштуша. Четыре минуты добавлено к первому тайму. Итак, Локомотив сейчас в большинстве. Есть, ресурс для того, чтобы забить еще мяч. А можно и не один. Чёрлука не обработал мяч. Азмун побежал, в атаку. Ростов в меньшинстве бежит в атаку. Навес. Нобо. Как он не попал сейчас в ворота. И сам расстраивается от незабитого мяча. Упущена возможность выйти вперед. В меньшинстве. И что-то мне подсказывает, что будет сейчас свисток на перерыв. Да, вот он. 1-1. Счет ничейный в матче 13-го тура Локомотив Ростов. Увидимся во втором тайме, дорогие друзья!